Получается, Норсильвер со 115-м Pro XS против Немана с 60-м китайским мотором Сианова. Делайте ставки. Ну что, готов? На счет 3, Жень. Погода отличная сегодня просто. 10 ноября. Наверное, последний такой теплый день. Поэтому мы, конечно, не могли его пропустить. И мы на воде. Ангара 110. Бачу я тут, значит, никого не трогаю, и вдруг такое чудо. Неман на 60-ке, и 60-ка это вот какая интересная. Сианова. Китайский мотор. DFI. Впрыск. О, красавчик. Вот про него-то мы сегодня и расскажем. Сейчас порыбачу, пока парни его тут тестируют, обкатывают. И дальше уже потестируем. Ну что, как впечатление? Нормально. Но жарко, все равно лучше. Ну это понятно. Тахометр стоит же? Стоит. Сколько крутит? Мы не даем больше 4,5, потому что мы немножко только потарахтели. Ну запас есть еще, да, там? Да, запас есть, но... Винты там такие лопухи стоят. Винт лопухи стоят. Ну ладно, давайте я скоро подъеду. Сейчас канда ловлю. Вот она лодочка. Ох. Ну что, освоились? Ну да. Неман 450-й DC, то есть дубль консоль, двойная консоль, то есть полное остекление. И самое интересное, что на этой лодке, это вот мотор Сианова 60 EFI. Сразу скажу, это мотор у нас уже не первый в эксплуатации такой. Мы уже ставили такие моторы. То есть Сианова 60-ка и Хайди 60-ка, это один и тот же мотор, только, скажем так, под двумя названиями. Полностью идентичные моторы. Вот, да, мы их ставили уже, да, они в эксплуатации. Ресурсов больших пока они не наработали, поэтому все покажет дальнейшая эксплуатация. Хотя вот так вот, ну, первый осмотр. Мотор и мотор. Да, китайский, но в нынешнее время дефицита достаточно нормальное решение, бюджетное. То есть этот мотор порядка где-то на 25% дешевле, чем его именитые одноклассники. Вот получается бюджетный комплект весь. И Неман 450 DC, недорогая лодочка, мотор недорогой. Ну вот такое решение для Сибири, для таких вот, для больших рек. Небольшая рыбацкая лодка. Мы как бы не гламурщики, как в Москве, мы можем на таких лодках порыбачить. Нормальная лодка, нормальный мотор. Понятно, что если позволяют финансы, и если есть в наличии моторы, то лучше брать, конечно, там какие-то моторы таких, как сказать-то, фирменных производителей. Меркури, Тахацу, Хонда, Сузуки, Ямаха. Но это бюджетное решение. По лодке сначала немножко расскажу. Ну что по лодке? Лодка и лодка. Носовая площадка. Сейчас заберусь с нее уже тогда. Лодка небольшая. 450-я. Это она, я думаю, это размер с кринолинами вместе.
так как кринолины здесь не опция, и они идут на всех лодках завода, то по новым нормативам размер лодки считается вместе с кринолинами. Получается носовой кокпит, здесь якорный рундучок, здесь у нас еще, здесь еще один рундучок на таких вот фиксаторах, шарниры с фиксацией, с пружинками. Все фанера, лодка покрашена полностью, вся с завода идет. Дальше что у нас? Кокпит. Вот, кстати, новая лодка, уже ржавчина. Ну что, бюджетный вариант. Что-то рундучок коротенький, можно было и побольше сделать. Надо регулировать. Дальше, значит, помещается рулевое, оно в базе идет. Электрика, получается, тумблеры типовые, вольтметр стоит. Ну и здесь уже это мы врезали приборы, тахометр и трим. Идут двигателем. Вот такая комплектация хорошая. То есть получается указатель трима и тахометр. Скажем так, мульти какой-то функциональный. Парни говорят, что вот этот жидкокристаллический индикатор показывает скорость. Но почему-то пока в узлах еще. Потом будем разбираться, можно переключить или нет его в километры. Показывает скорость в узлах. Трубки ПИТО там не было. То есть получается, будем еще разбираться. Может быть, он GPS ловит. Дальше, ну это уровень бензобака. Машинка вот такая же идет. Тоже идет с мотором. Комплектация очень богатая. То есть машинка, два прибора. Сам мотор, винт. То есть хорошая комплектация для такого класса моторов. Дальше по лодке. То есть здесь два кармана. Полы также фанера. Здесь у нас рундук. Рундук также вот боковины зашиты. Видимо, там тоже получается блоки плавучести. Бензобак шел в комплекте. Аккумулятор поставили. Пока еще его не фиксировали, так как тестируем. Перегородка снимается. Не буду уж снимать. Перегородочка снимается. Закрываем. Кринолины. Выхожу на кринолин. В принципе, один стою. Но уже до воды практически. Но лодка небольшая, поэтому этого стоило ожидать. Ничего страшного. Кринолины, рецесс. С этим мотором шли троса, газ-реверс. И шел фильтр-сепаратор сразу же. Китайцы, зная наш бензин, сразу думают, чем потом разбираться с гарантией, лучше положить сразу фильтр-сепаратор в мотор. То есть отдельный фильтр-сепаратор навесной. Ну ладно, пробуем. Чудо техники. Работает тихо, нормально. Вот лодки только стекло дребезжит. Нормально. Ну-с. Опустил трим полностью для старта.
кратковременно дал газ. До 6 тысяч крутит, даже по ощущениям, что даже отсечка срабатывает. Ты не слышал? Ну, что-то похожее было. Да, похоже, что отсечка даже срабатывает. Ну, выскакивает нормально, да, прям? Да. Такие лопухи прям выпрыгивают. Подъедем к нашей второй лодке. Парни настраивают эхолот. К третьей нашей лодке. Одна лодка на берегу стоит, на которой мы рыбачили. Итак, старт. Ну, зверь. Ну, сама по себе 60 лошадиных сил на такую маленькую лодочку. Конечно, он будет выскакивать. А? Сокровища, сундуки. Показывай. Там? А говорят, что эхолот харю не показывает. Она с полводы-то когда ее хорошо. Она сейчас стоит. А? Против солнца. А вес рыбы показывает? Сколько килограмм? Ладно, мы сейчас прокатимся, я к вам еще запрыгну. Эхолот посмотрю. Вообще шустрая. Слушай, давай это, на счет три оба газанем. Получается, North Silver со 115-м Pro XS против Немана с 60-м китайским мотором Сианова. Делайте ставки. Ну что, готов? На счет три, Жень. Раз. Так, подожди. Раз. Два. Три. Это старт. Как мы вас на старте сделали? Надо это повторить. Давай еще раз. Просто видишь, лопухи большие на винте. Он как грузовой, он давит сильно. Давай еще раз. Готов, готов. Только немножко нос убери, ага. На счет три. Раз, два, три. Получается, старт у этой лодки резче, во-первых, потому что винт лопухи, во-вторых, лодка полностью пустая, легкая, конечно, она выпрыгивает, ну а потом 115 лошадиных сил, да еще и Pro XS, конечно, дают о себе знать. Ну, интересно. Давай подъедем. Ну, потом, да. А на старте-то все равно... Не, на старте я вырвался вперед. Не. Да. Ничего подобного. Да, не видно. Давай еще. У нас фотофиниш есть. Фотостарт. Мы быстрее выпрыгиваем, потом ты обгоняешь. Давай, на счет три. Давай. Раз, два, три. О, два корпуса сделали. Вот это стринги отдал. Наверное, три мне отдал. Ну и чё? Как старт был?
Три мне отжал. Давай еще раз. Подожди. На счет три. Раз, два, три. Почти корпус выиграли сначала. Сейчас подъедем, давай. Сначала, потом вы уже. Сдаюсь! Что-то же! Все, давай ключи от лодки. Мы же ключи в ключи играли. А вы догоните! Ну ладно, давайте. Туда подтягивай к лодке. Ну вот такой краткий обзорчик. Не знаю, что еще рассказать. Мы еще в сервисе. У нас в сервисе там на установке такой же еще один мотор. Мы его более внимательно уже в сервисном центре поразглядываем. Посмотрим, прибор поизучаем. И вам дорасскажем более технические подробности. Ну а такой вот у нас веселые старты получились интересные. Ну нормально, нормально. Ладно. Ладно, движемся к берегу. Ну что, лодка, пока тишина, хочу сказать, что лодка, пока она пустая полностью, короткая. То есть легкая лодка для такого мотора, как-никак 60 лошадиных сил. Винт, там стоят лопухи такие, то есть у него очень большие лопатки. Она просто выпрыгивает из воды. То есть очень резкий старт у нее получается. Вот. Как мне показалось на слух, то есть мотор крутит до отсечки. Возможно, что когда лодку загрузим, и уже отсечки это не будет, но пока он крутит до отсечки. Так, сел я в другую лодку. Сейчас мы еще один старт сделаем. Забыли снять, как Неман выскакивает. Видите, у него какая просадка по корме. Потому что лодка короткая. Давай прямо становимся. На счет три. Раз. Так, подожди, три маджат. На счет три. Раз. Два. Три. Конечно, я вот сейчас с одной лодки сел на другую, эта лодка, она не знаю, как идет, как колум. Вся жесткая, ничего не дребезжит по сравнению с той. Прям курсовая устойчивость лучше. Вот та легкая выскакивает. Еще раз давай. Так. На счет три. Раз, два, три. Шуточные заезды. Ага. Как это называется-то? Посмотрите, какие скалы. Скалы под водой. Я вот хочу прям посмотреть те места, где я рыбачил. Там вот прям в одном месте есть скалы очень сильно торчат. Так, Женя, ладно, снимай, пока так я проеду немножко. Начинает
Во-первых, мельче становится и много очень зацепов, и тролька скачет сильно. Сейчас мы посмотрим, что тут у нас под водой. Вот все, камни пошли. Мы идем ровно, вот пошли камни. Ну, как много. Угу. А вот эта рыба стоит. Угу. Вот рыба. Вот рыба, да-да-да. Вот рыбу показывает. Угу. И глубина у нас 5 метров получается в этом месте. Сейчас мы пройдем. Тут должен быть или подъем, или наоборот. Подъем, по-моему, должен быть. Вот интересно дно посмотреть. Вот камни кончились. Сейчас, по-моему, они еще должны быть там ниже. Нету. Ну, мы к тому берегу чуть-чуть уходим, поэтому, может быть, камни вот там. Не-не, я вот как раз хожу, рыбачу. Вот к вопросу, нужен ли эхолот на Енисее для ловли хариуса? Вот смотрите, как хорошо видно. Это каменная гряда выходит из дна. То есть, это большие валуны, здоровые, как раз в которых стоит крупная рыба, крупный хариус. Вот у меня в этом месте все поклевки именно крупной рыбы. Вот еще один такой же мотор. Саша, давай крышку уберем. О, я видео сниму. Ага, все, спасибо. Вот такой же мотор. Сианова 60-ка. И 5 впрысковая. Можно посмотреть прямо в коробке комплектацию. То есть сам мотор, бензобак, машинка для машинки, как я понимаю, тяга рулевая. Далее прибор, тахометр цифровой, без единого органа управления. Вот, просто вот получается. Прибор. Тахометр. Скорость в узлах. Напряжение. И какие-то еще индикаторы. Позже посмотрим. Так, далее. Здесь у нас, значит, что? Здесь у нас фильтр. Молодцы. Фильтр стоит. Фильтр-сепаратор. Предварительная очистка топлива и также фильтрация его от воды. Мы обычно на все лодки такой ставим, но они идут отдельно. То есть на других моторах в комплектации такого нету. А здесь вот положили в комплект. Так, машинка, как я говорил. И здесь кабеля. Кабеля. Вот получается шланг с грушей для бензобака переносного. И здесь набор. Итак, набор ключей. Типовой. Ну, достаточно богатый, я бы сказал. Отвертка. Прямая крестовая. Ключики. Воскогубцы, пассатижи. Два торцовых ключа, в том числе и для свечей. И вороток. Здесь у нас получается болты для монтажа мотора на транец. Предохранители. Вот предохранители. Прокладочки для смены масла, как я понимаю. Крыльчатка, помпы, болты для монтажа, как я говорил, свечка запасная, релюшка. Ну что, нормальная комплектация. Богата, я сказал бы, по сравнению с другими моторами. Дальше у нас тут есть комиксы. Ну, основные
моменты обслуживания и управления мотором тут нарисованы. Как масло проверять, ЧК, ну и все остальное. Ну что, молодцы. Большинство пользователей дальше вот этих картинок и не читают инструкции. И мануал. 60 лошадиных сил, 50 и 40. Вот в инструкции к мотору есть описание тахометра этого. Сейчас мы с ним разберемся, переведем, и я потом расскажу про функции тахометра. Второй такой же комплект. Неман 450 DC и Сианова 60 лошадиных сил, 4-тактный EFI. Вот так вот он выглядит без колпака. Он уже подключен. Разобрались мы с прибором. И сейчас покажем, как переключать узлы в километры. Константин продемонстрирует, как переключить узлы. Вот здесь узлы, вот видите. Вот тут узлы написаны, вот здесь. Скорость в узлах переключить в километры. Давай, Костя, показывай. Так, выключаем зажигание. Выключаем зажигание. Нажимаем кнопочку и держим. Кнопку с той стороны прибора нажимаем, держим. Включаем зажигание. Включаем зажигание. Километры в час. Километры в час. Все, появились километры в час. Километры, ну, я не знаю, видно, не видно тут. Вот все, километры в час. Пока прибор включен, я сразу расскажу, какие у него есть функции. То есть получается, у него есть скорость, у него здесь есть индикатор напряжения, здесь у него есть индикатор моточасы, также есть два индикатора, это неисправность мотора и индикатор, тут есть такие ключи пересечены. Ключи эти загораются и начинают пищать машинка газ-реверса, когда у нас происходит перегрев, начинает мигать этот индикатор, падают обороты до 2000 оборотов в минуту у двигателя. После этого надо заглушить двигатели и прочистить систему охлаждения, разобраться с ней. Если низкий уровень масла, то загорается вот этот индикатор, ошибка. Также пищит машинка газ-реверс. И также падают обороты до 2000 км в час. Вот такая у прибора диагностика. Ну и вообще, конечно, удивительно, какой многофункциональный этот прибор. Я имею в виду, что он показывает в том числе и скорость. Скорость, хоть в инструкции не написано, откуда берется скорость, там нигде не фигурирует GPS, но я думаю, что она берется именно GPS, потому что ей больше браться неоткуда. Как кнопка выглядит на этом приборе, я покажу на другом приборе с Hidei. Вот коробка от Hidei 60, та, которая стоит у нас в торговом зале. Сейчас мы здесь глянем комплектацию, полностью ли она совпадает с Сианова. Фильтр-сепаратор также есть. Бензобак. Шланг с грушей, кабеля, машинка. Также есть трос газ-реверс, два их. В том моторе также идет их комплект. Набор. Также ключи, болты, релюшка. Все то же самое. Крыльчатка помпы. Да, наборы один в один, похоже. Дальше что у нас? Вот прибор. По прибору. Кнопочка. Она вот, кнопка есть для... Вот она. Вот кнопка. Видно ее, да? Вот здесь черная кнопочка на черном корпусе. Вот здесь, вот, вот она. Это кнопка переключения спидометра узлы в километры. Отличный прибор, прям
на удивление. Вот я уже говорил, что примерная разница в цене моторов на момент сравнения, когда мы сравнивали, между моторами вот этими Hidea и Sihanoula была с моторами, если их сравнивать там именитых производителей, разница была где-то в 25%. Но если, я думаю, к производителям тем добавить вот такую богатую комплектацию, мультифункциональный прибор, машинка, винт, сепаратор, один только вот этот зип чего стоит, то я думаю, что разница в цене будет еще больше. Ну и там это получается подкладка для рулевой машинки и рычаг для рулевого управления. Все в комплекте. И вот мотор у нас в торговом зале. Heidi 60. Цена его на момент съемки 405. Вот про винт я уже говорил. Видите, винт какой? Лопушистый и диаметр большой. 13,5 диаметр. 15 шаг. Сейчас сниму колпак, сделаю фотографии и сравним эти фотографии с мотором Sihanoula, для того, чтобы каждый желающий смог убедиться, есть ли у них отличия. Вот Heidi мотор. Такой интересный обзор получился по этим моторам Heidi 60 и Sihanoula 60, впрысковые EFI моторы. Дальнейшая эксплуатация покажет, как они будут ходить. Будем держать вас в курсе. Повторюсь, моторы эти не первые нами установленные. Ну, пока нареканий нет, работают и работают. Хотелось бы еще обратить внимание то, что вот те шуточные заезды, которые мы экспромтом, так сказать, сняли на реке, они на то и шуточные. То, как всегда, начинаются комментарии: вы там не те лодки взяли, вы не те моторы взяли, а где вы там, почему вы лодки не завесили, а почему там трим, угол не тот. Ну, много очень мега-супер специалистов начинают комментировать обычно наши такие заезды, поэтому не принимайте близко к сердцу, не переживайте. Эти два заезда были сняты в шутку. Ну и вот это еще Неман 450, вторая лодочка.